Славянский район – один из самых спортивных в крае. Наши спортсмены становятся победителями краевых, всероссийских и международных соревнований. Сильный тренерский состав и прекрасная материально-техническая база дают возможность вырастить настоящих чемпионов. И их в скором времени наверняка станет больше. В Славянском районе завершается строительство центра единоборств, который позволит внедрить новые виды спорта. Один из крупных социальных объектов, который сейчас возводится в нашем районе, это центр единоборств. Расположен он на городском стадионе. После завершения строительства это будет современный комплекс с просторным тренировочным залом с трибунами, тренажерным залом, душевыми, раздевалками, тренерскими комнатами. Жители здесь смогут заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо. Всего на территории края возводится 8 таких центров. Строятся они по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Глава региона уверен, что спортивные объекты шаговой доступности – это возможность приобщить как можно больше жителей края к здоровому образу жизни. Поэтому к концу 2023 года подобные центры единоборств появятся во всех муниципалитетах края. Комплексы возводятся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Наш район одним из первых приступил к строительству центра единоборств. Центр единоборств – это необходимость сегодняшнего времени. Сегодня мы видим, введена программа самбо в школу везде. И то, что сегодня строится зал единоборств, мы вошли в первую десятку по строительству этого зала единоборств. Ну, это как бы прерогатива в том, что Славянский муниципалитет активно развивается в области строительства спорта, в самом спорте. У нас работают 24 федерации вида спорта. Ну и планируем туда ввести, конечно, самбо. Планируем туда ввести дзюдо, это для нас новый хал. Как бы у нас еще нет этих видов спорта, они культивируются, но культивируются в частных клубах. И, конечно, все те виды, которые есть у нас уже сегодня на территории, хорошо развиты. Это и вольная борьба, это и греко-римская борьба, это и тэквондо. Они будут иметь место там быть, в этом зале. Центр единоборств будет называться «Медведь» и носить имя ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города и чемпиона края по тяжелой атлетике Андрея Ефимовича Мизанова. На сегодня основной объем работ уже выполнен, здание возведено. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу вентиляционных и инженерных систем. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В следующем году центр единоборств будет полностью завершен, и любители самбо и дзюдо приступит к занятиям в комфортных и современных условиях. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».